Итак, ребят, всем привет! Сейчас покажу на скамье Iron Master гиперэкстензию и экстензию. И чем они отличаются? Экстензия — это когда мы поднимаем туловище. Берем гантельку Iron Master 13 кг. Итак, экстензия. Поднимаем туловище. Это у нас экстензия. Так. Теперь гиперэкстензия. На сайте производителя Iron Master у них вообще не было такой функции. Эту функцию я сам придумал именно на этой скамье. Вообще делаю специальные тренажеры для гиперэкстензии. А это непосредственно экстензия, дополнительная функция. Так, что мы делаем? Ставим по горизонту. Вроде да, по горизонту. Так. Гантель я зажимаю ногами и поднимаю их. Так. Надо мне вспомнить, как я это делал. Я уже 2 года не делал. Только сегодня привез. Так, ну, как я их... Я их между ногами зажимал. А, вот так вот, да. Так вот, раз. Потом я сажусь сюда, вернее ложусь, да, и поднимаю, оп, и так, вот так, ага. Это у нас экстензия, гиперэкстензия. И говорят, что гиперэкстензия, она лучше, чем экстензия. Она лучше позвонки растягивает, чем экстензия. Все. Это дополнительный сюжет к видосу скамья и гантели за 317 тысяч. Так, кажется, называется сюжет. Я сегодня его снимал. А потом понял, что я неправильно показал, как делается гиперэкстензия. Все. На этом я закончу. Всем привет, до новых встреч.